Ой. Девочки. Что тебе надо? Тихо. У нас тоже есть водичка, мы взяли. И у нас есть водичка и сок. У меня есть батончик, но вроде он у мамы. У нас еще соки есть маленькие такие 0,2. И так горы сразу видно? Да. Ну, у нас здесь равнина, вот Дагестан поедет, там другие горы. Ага, да. Здесь такие... Да, ты понимаешь, нет, я видео сняла, море там мы пролетали. Вика... 100 рублей верни. Мы пролетали. Я дала, мы сюда ехали за 220 рублей. Нет, ни такси грозные, ни минутка, никто не берет такси. Сейчас здесь выпускают, вот видите, все милиция, военные. А из-за чего это? Сейчас мы час будем выходить отсюда. Выезжать, да? Поэтому просто... Вам там дует, девочки? Нам нормально, все хорошо, нормально. Все отлично. Я давай все деньги еще когда обрала. Да, мне тогда 50 рублей мне не хватает. На, же здесь... У меня есть 100 рублей. Выпускают вообще. Да, классный у вас здесь парк. Я на видео снимаю. Вот, красота. Я такой парк не видывала. У вас такого нету. Это точно парк. Вот эти сердечки, видите, они ночью будут гореть. Да? Да, светится. Вот, Вика, мы уже собирались ее искать. А? Вот это точно парк. Как тебе церквушка? Никогда не была, не знаю, чем сравнить. Первый раз в жизни в церкви, да? Ну, может, я когда заходила к вам, но я же не помню. Нет, ты не была ни разу там. У меня не была. Ну, не знаю, может, вам. Вау, какая красота. Знаешь, что здесь фоткаешь? А ты вот так вот встань. Расскажи про историю-то. Давай, расскажи. Вот именно у этой истории не очень-то хорошо. Ну, что-то ты рассказывала про мрамор-то. Ну, мрамор здесь привезли из Турции. Угу. И это как бы копия турецкой мечети. Угу, вот. Копия турецкой мечети, так? Еще что? Османская, да, какое-то? Да, используют настоящее золото. Угу. То есть, если ты видишь золото, то внутри это настоящее, не по золото. Угу. Настоящее золото, ага. Так, все, молодец, моя хорошая. А вот это, видите, Каабу. Это как бы копия такая. Угу. Как бы святыня в Мекке, откуда хотят совершить хадж. Угу, угу. Только это как бы бисерная версия, если правильно. Это стекло или что? Угу, молодец. Мы с тобой хорошие. Девочки, вам нормально, там не дует? Да, кондиционер работает, чувствуется. Хорошо? Да, хорошо. Хорошо. Вообще отлично. Мам, ну это зачем снимать? Город. Мы сейчас, я же не снимала город особо. Дверь закрыли все? Угу. В ходу дверь мы закрыли. Слышно, ее дергало. От жира не соображаю. То ли я закрыла. Дома? Не соображаешь уже. Ну. Уходишь, двери открытыми оставляешь. Хорошо, что в Чечне живем. Абрам, ты на верхнюю щеколду дверь закрыл? Закрыл. На нижнюю щеколду закрыл? Закрыл. А сколько дверь подпер? Верхний замок закрыл? Закрыл. Нижний замок закрыл? Закрыл. На шпингале закрыл? Ох, забыла. Ну, заходи, все, забирай, все. По новой, да? В моей версии было стул, он дверь подпер. Заходи, барбо, забирай, все. Честным трудом нажитое. На шпингале, ты целая. Я говорю, хорошо, что мы здесь не живем, что не переживаем, что это все. Висен там переживает, что ребятишки забегут, что-нибудь на пакости какие-нибудь съесть. Да никто там. Ты закрыла просто, не помнишь. Да, не, я имею в виду, что переживаешь, как бы, что как, то, что там у тебя украдут что-то, течение, переживаешь за это. Ты знаешь, что сумки расстегнуты, все расстегнуто. Как бы. У нас вот в столовую мы заходишь, у нас всех телефоны лежат на столах. Каждый себе место занимает, телефон положил и пошел, например, кушать брать, да? Телефон положил, его не будет, да, Ань, дома? Ну, знаешь, да, это вот... Я один раз в колледж пошла поступать, помнишь, на Герцена? Я, значит, захожу узнать, так, как вот, как, ну, что надо. Это было сколько? В 2011... А, в 2000...
2009 году я поступала. И все, значит, захожу, приемная комиссия, ну, там, да, это, узнать-то, что нужно мне, какие документы, да. И мальчишка какой-то заходит, молодой, типа тоже хочет узнать, это, что надо для поступления. А там девушка сидит, вот, консультирует, у нее телефон лежит на столе, раскладушка. Ну, в то время другие же телефоны были, да. Сама помнишь. Ну, тоже они дорогие были, не дешевые. Ну и значит, он берет, просто-напросто хватает и бегом из кабинета побежал. Она такая, сначала не поняла, такая, он телефон у меня забрал, побежала за ним. Бежит, она говорит, остановите, остановите, ну этого мужчину-то, этого парня, то есть. А он, охрана же сидит при входе, и охрана даже ничего не поняла. Он мимо охраны, да, мимо охраны он как выбежал. Вот, то есть, как бы это, вот так вот легко и просто убежал. Да, все, никто не нашел. А все его, как его найдут? А у нас-то, помнишь, компьютер с музыкальным центром, когда мне, сколько лет было мне? 14 мне было, да. Это вот сколько лет назад, какой-то год, 2007, наверное, 2006. Как они к нам в маленькую форточку-то забрались-то? И все это украли-то? Я вообще не понимаю. Компьютер, музыкальный центр, все. И до сих пор не нашли. Так, и все, и пропало. Ну, в другом городе. Да. К нам приходили эти детективы, приходили эти, как... Ну, опечатки пальцев, там, где это видно было. Ну, типа, не ходите, говорит, не ходите здесь, следы будем, типа, это, брать тоже. Все брали. Когда приезжаешь вот от нас куда-нибудь, в Москву, там, ну, куда-то. Улица Галушкина? Очень тяжело. У нас же сумки мы свободны, у нас все открыто. Мы когда поехали в Москву... Улица Галушкина. Ты тут уже как сколько в Чечне прожила, говорит, ты сейчас аккуратно очень вот в Москве. Очень осторожно в Москве. Ты все равно я на 5000 в Москве попал. Но... Я все равно обманули по тем временам. Это вот аномалия. Даже сейчас большие деньги, 5000-то. И сейчас, как бы, для кого копейки, для меня это хорошие деньги. Видите, что я стрелядовала на ребенка, но она мне человек, женщина, это на меня поможет. А если бы у меня последние деньги были, то так бы я поехала. Я не очень хорошо сейчас понимаю. Ну, что-то понимаешь, что не понимаю? Сложные чеченские, это с детства надо учить. Сзади меня старшая дочь, посередине внучка, а слева младшая дочь. У нас получается разница с самой младшей сестрой, вот, 16 лет разница, а 2 раза старше сестру. Вот так вот. Приехали они там. Первый раз, да, приехали. Да. Это твоя дочь? Моя. Посередине, которая? Да. Да, по бокам сестры. Причем сыновья тоже есть. Не, мальчиков нет у нас пока. Старшая девочка. Скоро будет мальчик. Ну, да, еще есть старшая дочь есть, да. Вот мы с ней год разница. Всего. Вот так вот. И ты зараза не приехала? Ну, не смогла. Воспитывал. С 4, по-моему, да? Ну, где-то так, ну. Воспитывал. Как раз война тогда была. Да. На заработки поехал и нашел маму. Это где? Они в передаче показали. Тюмень? Но он, видимо, старался поближе, где похолоднее, там же больше зарплата-то. Там же. Вообще-то он да. Ну, вообще-то, да, прям на север хотел, а попал в Сибирь. А не откуда он? Отсюда? Не, откуда? А, село там, забываю, что это называется. Шамиюрт. Шамиюрт? Шамиюрт там, да? Ага, малыш. Отец, сынок, я уже малыш. Да. Шамиюрт, есть такое село. Это по трассе лежит. Да.
какой тебе, ты еще молодая. Просто он старше на 6 лет тебя, да? Нет, на 4. А, на 4 он старше? Я все думала, что на 6. На 4. Скоро юбилей? А, Малика, давай. Что-то я плохо знаю, к чему. Да, ну к чему отъясняться. Ну, чеченский он тяжело удается. Это не каждый может. Тяжелый язык. Но, если бы, да, если бы она изначально бы, вот мама бы как-то вот, не знаю. Меня обвиняет, что я когда она маленькая была, я говорю, разговаривали с ней на чеченском. Она не понимает, она не понимает. А потом, когда сюда приехали, я не могу во дворе все девчонки разговаривать. У всех же разный диалект. Одно и то же слово, все из разных сел. И все это, ну, это одно и то же слово по-разному. Озвучка идет, да? Она пришла домой, говорит, я больше не приду на улицу. Все. И так она... Через год все болтаем на русском. В результате весь двор заговорил на русском языке. Все, кто из сел приехал, не разговаривал на русском, они все заговорили. Она их всех научила, а сама нет. Ну, с отцом она на бытовом уровне разговаривает, там, сколько, который часто, ну, такие вот вещи, там, магазин, там, ну, что-то такие. Это как Задорнов говорил, в Америку приезжают, говорят, русские, и они вроде бы должны... английский учить, да, они не могут научиться английскому, те уже русские начинают выучивают быстрее, говорят, чем это. Русские люди сложнее, чем английский, 4 года минимум. Русский сложнее, чем вообще английский, правда? Грамматика, да. Грамматика тяжелая. В чеченском тоже грамматика тяжелая, очень тяжелая. Грамматика еще сложнее. Причем методики такого преподавания еще в Чечне нет, чтобы чеченский язык преподавания такой методики еще нет. А они, даже те, кто чеченцы, разговаривают на чеченском языке, они лобовое стекло, знаете, красиво видят. А вы, Малика, раньше где-то здесь жили, да? Вам акваленг нужен? Нет, да, мы в акваленг надо. Ты все уже разбираешься? У нас еще девочки из дельфинарий, но Малика туда не любит, потому что дельфинов она боится, что их там мучают. Мы потом Викус Великина дельфинарий еще. Челоновский зоопарк, вот там тоже всех мучают. Зоопарк там уже все замучены, наверное, то что ли? Да, ну я туда тоже. А дельфинарий хороший, дельфинарий. Сходить туда. Я бы не хотела. Нет, там дельфинарий, там не только дельфины, там есть... Вот эти, как они, пуляются, как это называется? Котики. Не, из пистолетов, как называется? С краской, когда пуляются. Страйкбол? Я не знаю. В общем, ой, вот не, это там есть. Я не особо хочу. Потом там всякие разные... Там эти... лошади еще можно. Лошади, и да. Подром. Лошади есть. А, серодин вот здесь. А, мы сворачиваем, да? Да? Вот. Они вот, да. Там люди отдыхают. Ну, как озеро, короче, да, такое. Да. Вон там фонтаны. Ну, и фонтаны суббота-воскресенье. Там фонтаны, они вот так же, как в мечети были, то они дальше переливаются. Здесь недалеко есть лес, народ. Да. Танцующий фонтан. Да, называют танцующий. В общем, да. это искусственное море, да, и как да. сделали? Здесь выкопали водохранилище. Как водохранилище. Там попадают реки. Ага. Одна или две реки. Но они там наверху очистительные сооружения все сделали. Но все прочистили, все по новой завезли, песок, грязь, все, и потом пустили воду. Так что она очень чистая. Ну, люди купаются. Это мужской? Как это? Пляж. Пляж, а угу. Женский дальше. То есть все отдельно? Вон женский сам. Там мужской там отдельно, женский отдельно? Конечно, угу. Мужской отдельно, женский. Вон сам танцы там, видишь, горки тоже женские. Мой молодцы, купаются, смотри-ка. Мы как-то с Маликой ездили один раз, нам не понравилось. Почему? Ну, не знаю, может, сейчас нормально там. Какой-то бардак там был, я не знаю, все как-то нет. Может, сейчас уже сделали нормально. Я на женский отвозил одну женщину свою. Довольна она? Вон там, не знаю, я только отвез. Грязно было, у нас
Вот здесь вам стоит. А я не знаю. Это Акваленд. Вот все, мы выходим и сюда, да? Да, вот сюда. Да, вот там весна Акваленд, вон даже есть. Это... Спасибо вам огромное. До свидания. Я жду. Да я жду. Может, даже говорит, хуже получится, чем хуже всех. Представлю вам моего друга Рустама Муцаева, тоже художник из Государственной галереи имени Ахмад Хаджи Кадырова. Я его пригласил, попросил одеть красную майку, девку, ну и просто другого парня. Посмотрим, что получится. Рустама тоже хочет. Все загораживает, который снимает. А ты играй по нотам. Вот такой обычный аттракцион в Грозном. Вот такой маленький. Да. Дельфинарий, вот. Дельфинарий. Вика, ты куда, моя хорошая? Идем, идем, идем. Да, мышечка. Мыша. Вот. Что-то у тебя зонтика, мам, подожди, зонтик сломался, походу. Поверни, скажи, что у меня зонтик сломался. Мамуль, поверни зонтик, а то у Ани кадр не такой. Да нет, он у меня сломался, его надо это, сделать. А он не вытягивается, прикинь? Да. О, там есть фонтан. И тут фонтан такой, знаешь, как будто... Пойдем? Как бассейн. Вика хочет внутри посмотреть. Пойдем вот так, пойдем, как в сторону посмотрим. Я хочу бассейн, Вика, посмотреть. Сейчас они бассейн посмотрят. Да. Мы поднимемся. От 7 лет до 70 килограмм. У меня... Смотри, там есть ступенька. Там... А? Да, ступеньки есть. О!
Как бассейн, да? Там есть динозавр. Динозавр. Вот. Да вот же динозавр. Пойдем посмотрим. Сходим? Холодненько? Пойдем динозавра смотреть. Жабозавра, как Вика говорит. Мама, это жабозавр. Сейчас его посмотрим, жабозавра. Видишь, да, жабозавра? О, там еще мечеть какая-то классная, которую я не видела. Да? Такой прикольный, выглядываете, вы такой, типа, а вы что делаете? Вот вы тут тоже будете. Вот жабозавр. Дина Юр. Юр за село. Это село динозавров. У нас тоже есть Андреевский юрт в Тюмени. Юрты Андреевский. Давай узнаем, что тут делается, что за динозавр. Иди спроси пока. Спроси. Ты спроси просто, что тут такое, что это такое вообще. Мы сходим потом. И мы потом сходим. 150 рублей вход. Еще узнаем, можно ли по карте. Сейчас Малика узнает. А? Пойдем. Короче, динозавры, девчат, бегут и так далее. И там еще есть сурки, кролики, голуби и павлины. Сейчас сходим потом. 150 рублей всего стоит. Да. Они с кабанами походу есть. А по карте можно, говорят? По карте. По карте? По карте. А, ладно? Ой, я сейчас не спросила. Я все говорю, спроси про карту. А, это... Ну, ладно. Что перевод вам платит, что правда? А что вы там? Пойдем так, я тоже так подумала. Смотри, какая бабочка прикольная. Что, платье мне идет, ага. Идет, идет. Что, прекрасно выглядеть. Да, нормально. Мне жарко было в этом. Скажу, что было? Вчера футболки в юбке. Вчера вы даже жарко не могли. Ну, как-то так. Вот так. Все, хватит снимать. Короче, динопарк. Вот. Во. Вот он двигается. Вот еще какой-то. Спинозавр. 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 Я пойду посижу вот туда. Давай, 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 мы походим, да? Чё? Ты глаз глядь, какой несчастный. Кусь? Кусь не умею, говорит. Умею только вот так делать. О, Малика! Девочки, я кое-что нашла классное. Пойдемте, девочки. Вика, не бей!
Вика, иди сюда, нельзя. Вика, пойдем покажу прикол. О, смотри, у него хвост двигается. Смотри, голова двигается. Смотри, хвост двигается. Такой облезлый. Вот сюда, иди сюда, садись в яйцо, я тебя сфоткаю. Мама! Да я вижу, иди в яйцо, садись в яйцо. Туда. Я тебя сфоткаю. Голову. Я родился. Я Лунтик. Смотри, Малик, иди сюда. Смотри, я Лунтик, я родился. Смотри. Малика, покажись. Да, можно? Да. Иди сейчас, Малика, пойдешь сюда в яйцо? Вика, вылезай, а теперь Малика залезь. За хвостом-то? Вау, да там много. О! А этот что, ничего не делает? Ну что ты? Он не успел, он должен глаза закрывать, ему порвали века. Он теперь постоянно с другим глазом ходит до глаза. Откуда знаешь? А вот на нем глаз закрывается. Вон там еще. Мама его несет. Тихо. О, какой страх, у меня языка нету. Язык оторвали. Оторвали. А это кто? Это трицератопсы какие-то. Трицератопсы. Трицератопс. Его надо потрогать, да, чтобы он это зашевелился. Он грязный. Какой-то. Да Вика! Он сейчас тебя сожрет. Он не работает. А, смотрите, смотрите, девочки. Девочки, смотрите. Он тебя сейчас за ужином скушает. Это кто у нас? Это птеродактили. Птеродактиль. А где твои зубы? А где твои зубы? Смотри, 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 смотри. Вика, потрогай, ты потрогай, он за это. А это какой-то шерстяной. А что он такой зимний птеродактиль? Вика, не садись на него. Вика, не надо. Ну-ка, стой, я тебя сфоткаю. Что не надо, сфоткаю, вот определитесь. Иди туда вот, Вика, тоже. А это кто такой? Анкилозавр. А это кто такой? Так ты не садись на него. Велоцираптор. Пойдем. Я беру зонтик, кепку и хвост не замечаю, лезаю с него и просто попал. Ты мне скажи, почему вот эти не двигаются? Они сломались, наверное. Вот тот, который справа, он хочет спать и еще вот спать и хвостом рует. Смотри. Нет, ты прикинь, реально ничего не сломала. Кто? Я. Как? Иду вот так, ничего не видно за кепки. Зонтик за хвост, бац, чуть-чуть все не ломает. А эти кто такие? Это, короче, один из них велоцираптор. Мы уже были. Как мы тут не были еще? Мы были у другого велоцираптора. А это кто? А это... Игуанодонт. Смотри, там прикольный динозавр. Вика, фотографировать тебя с этими? Аккуратно не упади. На меня смотри, мышь. Я тебя тоже сфоткаю, стой. Малика.
Давай. Да блин, камень-то на ногу упал. Сфоткала, пойдем дальше. А что вот этот не шевелится? Вот этот вот. А он не шевелится? А он не настоящий, мне кажется. Он не настоящий. Вика, садись, а можно сесть? Наверное, где он там лестница есть? Он прикольный. Подожди секундочку, я посмотрю. Ай, тут какая-то это. Он да. Дракон, похож. Ручеек какой-то. Сейчас, сейчас, сейчас. А, я тебе сфоткала уже. Да, все, слезай, Вика. Сейчас это, лосяш убьет динозавра. Жабозавра. Сейчас Маликин черед настанет. Он как прикольно. Смотрите. Вот так в городе Грозном есть такая интересная штука. Так, теперь черед Маликина стал. А? Там прям прикольно. Но. А это какой-то вообще левый. Он не. Он динозавр. Но он прикольный. Ну, Вика, я фотографировать буду, отойди. Пожалуйста, смотри, мне красный дом. Да не бойся. Я хочу, чтобы он был. Нина, красная! Сейчас! Заведем тебе телефон, мы забыли идти поднять, я сразу говорю. Ты села, нет? Там какой-то не выбираю. А можете так сидеть? Не полностью? Ну вот себе оставь на память. Села? Ой. Все, слезай. О, Вика! А это кто такой? О, там еще птицы есть. Тиранозавр это. Он не шевелится. О, смотрите, кто здесь? Привет! Ой, надо поменьше с ним. Привет! Это кто? Это бобер. Ты кто? Бобер. Это бобер? Да, это бобер. Суслик, скорее всего. Они, конечно, другие суслики. А где еще пожрать? Вика, не надо, ты чё? Он умрет же. Он кусает. Не надо, убери. Вика, убери. И палец твой может укусить. Вика, он тебя укусит же. Ты улочка. Он так смешно. А что они больше? А еще? А еще пойдемте там посмотрим. Смотрите, там еще есть. Тут есть гули. Там кролики. Смотрите, кролик. Кролик один помер, походу. Эй! Он тебя укусить может, Вика. Ну, лапочки, скажи же. Один умер, походу. А там что? Я посмотрю. А тут никого. Там никого нет. Там все померли уже. Там... Только не заходи в дом. Вот. Тут гули. О, там такой голубь. Смотри, какой красивый. Посмотрите. Вон там голубь какой. Видите, красивый, как попугай. Это попугай, наверное? Это голубь. Это попугай. Это попугай и голубь метис. Попугай и голубь? Он, они завершили. Они злятся. Викус, выйди, им, наверное, нехорошо, что все. Мне бобер понравился вообще. А тут даже не написано, кто это. Он сказал, что Иисус, голубь и павлин, это суслик. Привет, сусля! Тебе жарко? Там домик есть, пусть идет сюда. Тебе надо выпустить, да? Бедненький. Здесь тоже, смотрите, можно залезть вон туда вот.
и сфотографировать. Полазишь? У меня есть два выхода. Да. Будешь фотографироваться так же? О, там еще есть. Кроли. На это деревяшка обычная. Бедненькие, бедненькие. Черноглазые. Вы еще не померли? Да, что я не помыл? Ухаживать вроде. Вон еще. О, яйца опять. Ну-ка, что тут написано? Акватозавр. Акватозавр. О, еще вот тут. Давай. Я тебя не фоткала еще, да? Давай. Сейчас, давай. Я Лунтик, я родился. Я Лунтик, я родился. Тех, ну чё? Ой, 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 ой! Кто здесь? Кролик, привет, мальчик. А мы знаем, где тебя отсюда выпустить. Я просто запищала там звон. А, тут избушка на клюшку, да? Тут никак не выпустит. Жалко. Так, а вон там что? Опа! А тут, это, а тут продукция лежит. Продукция. А здесь что? Закрыто. Ой. А эти тоже двигаются? Нет, они не двигаются. А там кто? Там нет никого? А? Тут нет. О, сбежал, он сбежал. Пойдемте дальше, там еще есть динозавры. Пойдемте сюда. Ну, забирать? Ее можно? Нет, я думала вам помочь потаскать. Мне он на моем частной башкой. Это как будто горевшая башка. Конечно, хочется этих зверушек всех повыпускать. Они на воле не выпускают, домашние. Дилов, дилофа, дилофозавр. Слова мне. Это тоже не двигается. Идем дальше. О! Анкилозавр. Не работает. Вика, ты... Ой, дурочка, смотри, что она делает, смотри. Она прыгнула. Тут яишки. А это кто? О, Вера. Овираптор. Раптор. Вика, Вика, иди сюда. Потрогай его, может он зашевелится. Потрогай. Да не бей ты, бедолага, он хороший. Чтобы он зашевелился. Сюда, но... Соплю ему сделал. Так, это Диметродон. Диметродон. Вот эти шевелятся, кстати. А мы тут были уже. Вот этот шевелится, смотри, хорошо. Еще и глазки закрываются. Все. Тот шевелится тоже. А этот не шевелится.
Да, вроде. А? Что? Да, я знаю. Не, он прикольно, как бы. Чё? Довольно-таки неплохо. Нормально. Вот такой. А это был Заура Посейдон, мама. Я испугалась. Вот это. А вот мама сидит. Вон мама сидит. А их... Пойдем еще вон туда. Вот. Да. Ну. А вот там, мама, сейчас дальше животные. А? Животные. Какие? Стоять? Да. У нас зоопарк есть. Но сейчас, я не знаю. Не работает. Приехали, там что-то птичка была. Сейчас уже все так рядом, но мне потом... Вот этого хочу еще. Вот. Да. Вот этот вот. Вот возле. А я не помню. Да, они, у них какой-то на. У них какой-то этот, как он называется? Позднее зажигание. Позднее зажигание. Аккуратнее, то как запищит, еще напугаешься. Ой, подожди, я тут оказываю. Ты маленький. Ты холесенький. Ты пупсик. Ой. А какие зубки. Какие глазки. Какие зубки. Какой холесенький. Да красавчик, да красавчик. О, еще так дышит? Интересно. Сейчас идем, купим билеты. Пупсик. Ну ладно. Вика, иди. Это будет дорого очень. Ничего не дорого. Я внучку не видела, теперь она говорит, что мне было дорого. Вика! Это же круто. А так 20 минут, я 26 лет. Малика, ты пофоткай ее, ладно? Пофоткаешь? Как ты успела-то? Да, сфотографируешь? Нет. Ага. Зина меня уносит. Держись. Вика, ты еще та же водерка. Она не боится.
А Малик, не Маликой разве сейчас идет? Мама, ты снимаешь Малику? Кого фото? Мама? Мама, ты где? Ты снимаешь? Я тоже снимаю. Она ваша мама? Да, это мама. Упертая же. Это сестра. Она? Да, сестра, это дочь. А там, вон там. Давай, Малика, не бойся, моя хорошая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, поплыла. Красавец. Малика, поверни, головой-то хоть поверни. Ой, дельфин, смотри, что делает. Ой. Столкнулись два дельфина. Сестра и дочь. Вот дочь, вот сестра. У тебя аж два дельфина. Смотри, как сопровождают. Ой, как хорошо. Мама, ты снимаешь Малику? Кого фото? Мама? Мама, ты где? Ты снимаешь? Я тоже снимаю. Она ваша мама? Да, это мама. Упертая же. Это сестра. Она? Да, сестра, это дочь. А там, вон там. Давай, Малика, не бойся, моя хорошая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поплыла. Красавец. Лика, поверни, головой-то хоть поверни. Ой, дельфин, смотри, что делает. Ой. Столкнулись два дельфина. Сестра и дочь. Вот дочь, вот сестра. У тебя аж два дельфина. Смотри, как сопровождают. Ой, как хорошо. Вика, иди. Это будет дорого очень. Ничего не дорого. Я внучку не видела, теперь она говорит, что мне было дорого. Вика! Это же круто. А так 20 минут, я 26 минут. Малика, ты пофоткай ее, ладно? Пофоткаешь? Как ты успела-то? Да, фотографируешь? Нет. Ага. Дельфин меня уносит.
Держись, держись. Вика, ты еще та же водерка. Она не боится. А Малик, не Малика разве сейчас идет? Ой, ой, ой. Ой, мама, я ее боюсь. Я тоже. Киса, лови, лови. Киса, ты ее съешь. Киса, ты ее сожри. Я ее боюсь. Ё-моё. Сейчас шторы прокричу. Она такая наливная. Дай-ка я сниму саранчу на видео. Вика, не надо. Она сейчас штору сожрёт. Вот она, саранча. Так ты с той стороны, дурочка, подойди. Киса. Кусай. Она ее в рот взяла, смотри. Она ее в рот взяла, тихо, тихо. Она ей лапку оторвала. Пусть без лапок ходит. Пусть побегает пешком. Да. Она ей лапку оторвала, смотри. Да. Ты погляди-ка, хищница. Вот где она научилась хищничеству. Ее мама научила. Какая? Ну, ее мама, которая ее родила. Так а как она научила? Ой, ты охотишься, девочка моя? Ну, саранчу. Моя лапочка. Аккуратно. У него солнце. Давай, бери. Ты убила саранчу? Нет? Нет. Она ее прям в зубах таскала недавно. Она играет. Она страшная саранча. Я ее никогда не видела. Такая крупная. Покажи. А? Чё? Кто цепит? Глистов саранчи. А чё, у неё глисты есть у саранчи? Нет, просто всякую гадость ест. Я понял, что глистов можно жрать. Толстенькая. Так я боюсь её. Можно я на видео сниму её? Никогда не видела саранчу. Какая киса. Умная девочка. Нет, спасибо. Она и лапку одну оторвала. Я вторую отрывет. Такая лапища большая. Вообще, я видела стрекозу толстую, но ей трудно передвигаться. Далеко не убежит. А летать-то не умеет летать? Летать умеет. Киса. Киса не стопнись. А как она летает? Потому что она не летает, а прыгает. А прыгать не сможет, потому что лапки нету теперь. Ой. Ты ей вторую лапку съешь. Я боюсь. Прыгнет на меня эта саранча страшная. Я ее боюсь. Они же сейчас... А, смотри, лапа, она летает. Сейчас. Что там кошка делает? Вроде ладно. Кошка вроде ладно. Не знаю. Смотри-ка, а. Приблизит сейчас шторм. Не могу. Такая классная. Помоги бабушке. Да. Чё, не живая? Умерла? Она! Саранчо играет. Вот это да, она ещё летает. Она страшная. Ну ладно, хватит видео снимать. Сейчас.